Привет. Меня зовут Хельмут. Очень приятно. Я записываю видео. История моя семья. Алена. Аленушка. Когда у нас будет дети, я показываю им это видео. А это наш дом. Мы тут будем жить. Вот там будет наша кухня. Тут ты будешь готовить мне русский борщ. Вот там будет наша спальня. Спальня. Mm-hmm. И естественно, наш гость. Дома гость. Если твоя мама, папа и Берлин, не проблем. Твоя семья, моя семья. Это 2 карата. Сегодня я прилечу в Россию, чтобы подарить тебе это кольцо. Немец? Берлин. С праздником. Да. 9 мая. Естественно, чтобы make a proposal, но ты ли это предложение русской красавицы Алены? Самоубийца. Привет! Привет, как дела? Пойдем скорее, нас уже ждут. А трасса вот здесь вот прям пойдет, через ваш дом и на Москву. Так что не зря ваш дед его строил. Не жалко родину-то продавать. Родина моя там, где сортир не продавай, понятно? Давай подписывай. Так, ну все, тут тютя в тютечку. Ага. Носить завтра уже начнут, так что особо не рассусоливайте, на похмел времени нет, ты понял, да? Я в завязке уже 8 лет. Так-то просто пивасика чуть-чуть. Так, продавец, покупатель. Ерофеев Виктор Сергеевич, все есть. Поздравляю вас со сделкой, с праздничком. Ой, спасибо. Ай, Витя Сергеевич, да. А может, вы у нас блендер купите? То у нас Лешка вот тут прям бедоносит. Что не делать, все с кровью получается. Нет, спасибо, не надо. Да. Ну как, когда свекла, оно ж незаметно, а когда пюре красное, не очень. Поехали. С праздником. Что ты стал? Так а что, дом все продали, что ли? Нет, просто деньги нам привез. Так продали, иди ты, шалят, сейчас скоро Аленка приедет. Черт течу, как дитя развести. О, я в дом. На, шифонер положи под билет. О, Человек-паук, тебя туда, а ты обратно, да? Доля, я тебе 6 раз сказала, чеши отсюда. Тебя тут никто не рад видеть, понятно? Сейчас гости к нам приедут. С Аленой поговорю и поеду. Ага, переговорщик. Наговорил уже кучу. Доча, на, помой тарелку. Только с мылом помой. Вам что? Так это, если дом сносить будут, может быть, можно какую мебель взять или посуду? Микроволновку, блюрей. О, слыхал? Блюрей. Сейчас. Вон, чашки алюминиевые берите. Фляги. Керамику не трогайте, у нас сегодня гости будут. Ой, знаем мы ваших гостей-то. Посмотреть бы хоть на немца вашего, какой он нынче. Лизка, ничего на столе не трогай. Молодец у нас, Аленка. Молодец. Хоть одному городскому писунь-то прикрутила. Дядь Толь, ситуация как на ладони. Ты же ведешь себя как кобелина. Чего? Кобелина ты и есть. Ты не можешь определиться. Бегаешь то к Белозеровой, то к Аленке. Ты что, думала, она тебя всю жизнь ждать будет, пока ты набегаешься? Она просто познакомилась с иностранцем, поедет к нему жить, и все. Если она эмигрирует в Берлин, это закономерно. Я ее, чисто по-женски, очень понимаю. Не дитё, а вундеркинд. И то понимает.
что дяде Толе чесать надо, да? На яблочко иди. Давай, Толя, давай, дергай отсюда. Ты понимаешь, ты нам мешаешь. Ты что, лопатой шугануть, что ли? С праздником вас! И тебя тоже. Калитку закрой. С Днем Победы. Да ну тебя, иди отсюда. Мам! Да тихо ты! Мам, чего тихо-то? Ну он спит же, ну! Ты чё, что спит? Чё, я его будить, что ли, лез? Ну, конечно, разбудишь сейчас. Да я одним глазком посмотрю, съем я его, что ли, а? Волос какой красивый, волнистый. Чеченец, что ли? Дагестанец. Ага. Слышь, а? Может, покрестим его, пока спит, а? Мам, ты чё? Ну чё, не понравится, потом раскрестим. Сейчас с этим делом быстро у нас. Да шучу. Мам, вчера жениться предлагал. Говорит, в Махачкале стол накроем на 650 человек. Ой, господи, хоть бы не соскочила. Да нет, этот не соскочит. Он вчера даже мамы своей поклялся. А если кавказский мужчина сказал... Это да. Мам, а? Что, приехали, что ли? Как приехали? А что ж они без объявления? Ой, иди твою налево, Аня. Вот Аленка, зараза, сказала, что позвони. Да она забыла и все. Что ж, у меня память девичья, что ли, а? Ой. Мам, ты чё? Ничего. На всякий случай, чтоб этот точно не соскочил. Хватит уже дружить, мне внуки нужны. На, мне завтраками кормит. Лёшка, давай одевайся быстрее. Стоп, 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 стоп. Мой джентльмен. Вау. Так, как я выгляжу? Клип, клипс. А, клипсы все на месте. Русский дом. Наш русский дом. Как дела? Hello, hello, hello. Здрасте. Привет. Здравствуйте. О, я. Здравствуйте. Это Люба. Это, да. Очень приятно, Эльмут. А мы вот, значит, хлебом, солью, говорит, I'm sorry, I'm late, make a man sit down. Да. Люба же немец. Ну, я рада за него, чего. Это Ира, дочка. Ирка, да. Дочка. Дочка? Да, да, Ира. Ира, Ира, очень приятно, Эльмут. Да. Это давай. Леша, вот, it's my brother, Леша. Брат! Да, мой муж, ее брат. О, да, дочка привет, наша. Вот мы все тут живем. Вся семья наша, да. Ну, чего? Давайте, заходите. Ненадолго, нам на Тенерифе лететь, еще в город нам за вещами. Успеете на свой Тенерифе поганый. Ну, надо же это посидеть пошли, по-человечески, пошли, как это, чайку выпить. Надо же это познакомиться, да? Познакомиться, говорю, надо. Вы как там, знакомить? Ну, давайте, где тут это? Не, оставь. Ты что? С ума сошел такую тяжесть тягать? Не, Ирка, возьми. Ну чё? Немчура, она и есть немчура. Ничего особенного. Маха, салам, братуха. О, Мага, красавчик! Да тихо ты, тихо, чё ты орёшь? Тише. Джанги-джанги ли с вечера? Да нет, брат. Я не помню ничего, брат. У меня всё тело болит, понимаешь? Слушай, приезжай за мной по-братски, а? Да не волнуйся ты так, скажи просто, что это было мимолетное увлечение там под алкашкой. Так сказать, да? Все. Ты Раху помнишь, Раху? Да. Раха ей то же самое сказал. Знаешь, что она с Рахой сделала? Что было? Она ему кипятком лицо сожгла. Да. Че? А диджея нашего, помнишь диджея? Так, который да с ней общался. Какого? Он же ее бросить хотел. Она ему за это зубочисткой щеку проткнула. Слушай, приезжай за мной по-братски, а? Я одну еще не могу понять. Ты ее очкуешь, да? Я? Я не очкую ее. Просто, пожалуйста, брат, по-братски, приезжай за мной очень быстро. Ну, можешь это сделать или нет? Ну. Эй, самому не вариант приехать, да? Да как я приеду? Она лестницу убрала, я даже спуститься не могу. Маха, брат, ну что ты лишний да вопрос задаешь? Да, приезжай хорошо за мной, ну. Сейчас приеду, выручите лестницу у нее забыл.
Давай, брат, я жду тебя. Садись. Так. И давай мне рассказывай, чё к чему, чё почём. Ну что, ну поехала я в Берлин. Так. Там я пошла в кафе, и у меня украли сумму. Да, там были все деньги, все документы, и в кафе был как раз Гельмут. Вот, я начала кричать «Help, help!» И он мне помог. Да ты чё? Да. Ну вот эту историю ты своим детям расскажешь. А мне лучше расскажи, как у вас с этим делом. Ну? Че, я зарву? Дастер фантастер? Да нет, Люба. Чего? Ну, я сказала, что до свадьбы нельзя. В смысле? Ну, мы очень мало знакомы. Вот дурная ты, честное слово. Ну, а че? Нет, ну, мозгов у тебя, Ален, как спичный коробок, честное слово. Ну, как вы на Тенерифе собираетесь ехать, ты ни разу мужика не проверила. Порожняком на 7 дней поедешь. Да ты че? Я не знаю, я бы на твоем месте проверила, честное слово. Че ты ржешь все время? Хочешь, я проверю. Вот дурочка, ну. А чё, я ж подружка твоя, я могу. Да шучу я. Симпатичный? Симпатичный, как Лёшка мой. Только чуть-чуть выше. В Германии есть дороги, автобан, no speed limit. С любой скоростью. А у нас в России везде автобан. Везде. No limit. Всё. No limit. Бабы, no limit. Электричество, no limit. Россия. Русленд. Русленд. Понимаешь? Русленд. Да. Так, ну чё вы там? А? Ира, Лёша, как вы? Гельмут. Еля, давайте идите сюда. Прошу к столу православному. Пошли. Пошлите. Давайте, все к столу. Сегодня радость-то какая. Вон и Гельмут приехал. Вы? Господи. Русский тим, скажешь, а? Дочка, садись на дом. Мне нравится стол. Лёшка, давай ты ко мне. Да. Ну, Алёнка, а ты понятное дело. Так, всё, давайте. Чем богаты, тем... О, да, французское. Французское вино? Да, можем себе позволить, да. Бутылка французская, вино наше. Лёша, заткнись, пожалуйста. А чё? Ничего, просто заткнись и всё. Давай, салатик. Ага, вот так, давай. Салатик. Я хочу снимать видео. Давай же. Он снимать хочет на телефон. Ага. Вообще все снимать. Стоп. Главное, чтобы мы потом в ваших этих немецких фильмах не фигурировали. Видали, ага. Стромота. Да. Первая русский стол, русский парти. Хорош, голубец, давайте за приезд. Ну чё? Ну чё, 8 лет он в завязке. Ребят, давайте за приезд, а? Спасибо, что приехали. Приезжайте к нам почаще. Правда, уже не сюда. Лёх! За приезд. Лёха! Давай. Это, лампу вынеси. Слышь, лампой, чё припёрся? Тебе по-русски сказали сюда не приходить. Можем по-немецки тебе сказать. Я не к вам приехал, я за лампой. Лёх, лампу дай! Какую лампу? Толян! Ну, лампу! Ну? А, ну, лампу. Чё тупишь-то? Ну, лампу. О, это. Сами позвонили, забирай лампу, говорит, переезжаем. Я это, пойду лампу дам, тут человек без лампы. Чё? Сиди давай. Сядь, Лёш, я сама сейчас пойду. Гельмут, сейчас я, мне там надо, займи. А, ага, да. Гельмут, Еля. Вы пирожки-то с капустой пробовали? Я говорю, в Германии пирожки. О, привет. Привет. А ты что пришел? Вот. За лампой приехал. А тебя тут кто-то ждал? А что ты так со своим мужем разговариваешь, а? С бывшим мужем, Толь. Ален, бывших мужей не бывает. Как и верных мужиков. Ты иди к своей Белозеровой, хорошо? Я же 100 раз уже говорил, у меня все там. Всю зиму мы потом ее и квашену и едим, и в борщ бросаем, щи делаем, и в пироги, и в пирожки. Ой, да что там говорить? Спасает нас очень капуста. Извините, кто это? Это муж. Брат. Брат. Ага. Я не понимаю. Ну, это ее, это не это брата, брат мужа, покойный Нова. Ну, я знаю про муж, да. Но не знаю, что он жив. Авария.
страшная авария, там лет 8 назад. И ты, да я не помню. Леша, ты помнишь, расскажи, я уже и толком и не помню ничего. Расскажи, Леша. А, да. Угу. Авария. Угу. А, вот он ехал на машине за рулем, он ехал, а туман был. Туман. Ну, туман, не видно ничего вообще. Вот. Он... А, он голову высунул, ну, посмотреть, чтоб видно или нет. Ага, на встречу тоже, ну, такой же ехал, тоже голову высунул. Лобешниками сошлись. Все. Восемь лет, да, назад. Ну да, где-то так. Я знаю, что здесь надо говорить. Ничего, КС. О, да, да, давайте помянем. Хороший человек был. Вредный, но добрый. Ничего, ничего, КС. Какими лобешниками? Ой. Понимаешь, прошло полгода. Я за это время очень сильно изменился и совсем другой человек. Я смотрю на мир по-другому, на тебя по-другому. Как бы тут просто, ну, не хватает одного. Что ты делаешь-то, ну? За лампой приехал. Ну, собирай тогда свою лампу и уходи. Эгоист как был, так и остался. Так, ладно, да, я в дом пойду. Мне время, лекарство надо принять. Угу. Иди, иди. Смотри, там лобешниками ни с кем не столкнись. Озер. Доча, дай хорошо. Заветрился уже весь. Салфетку накрой. Соболезную. Что? Потом тебе расскажу. Так, подождите, а чего вы ничего не едите, а? Мы для кого вот это все готовили? С 5 утра с сыркой колупались. Блин, ну, слушай, вот что я как дурочка, а? Вот именно. Я, наверное, это пойду его все-таки выпровожу, это, выгоню. Я вот не пойму, куда вы все уходите, а? Ну, праздник же, ну давайте посидим все вместе, а? Уходят куда-то все время. Вон уже вся улица съехала, одни мы тут остались. Давай, Елечка. Ты меня хоть не бросай, Гельмут, прикинь. Немца прошу деревню не бросать. 9 мая. Да, дела. Давай, с праздником. Я не могу ей сказать просто, что люблю ее. Ей этого недостаточно. Я сам виноват, что ее потерял. Я признаю. И дело в том, что... Я, конечно, ничего нового сейчас не сказал. Я говорю это каждый день после работы. Толь, ты что, издеваешься? Я просто не видел, что ты зашла. Я тут... Ты понимаешь, что с такими вещами не шутят? Я не шучу. Я серьезно. Ты же хотела, чтобы я покрестился и очистился. Я вот. Хочешь, и в воскресную школу запишемся. Вместе будем ходить. Толян, ты пока Аленки-то нет, ты в холостую не моли, а то намолишь что не то. На вот тебе вот эту икону, она крупнее, эффект не будет. Детский сад какой-то. Ты как был ребенком, так и остался. А? Кто это? Что, икона не пригодится? Приказ верховного главнокомандующего установить, что 9 мая... является днем победы. Ура! А откуда красота-то такая, а? Это будущее, коптер. О, боевые 100 грамм подошли. Мужчины, девушка, вас как зовут? Евгения. А, Женечка, с днем победы. И днем вас победы. Тоже. Ура! Ура! Победа! Вот, смотри, хоп, нажал, и он домой сам полетел. Она все дурью мать. Да что, как мальчишки-то? Все, давай, завязывай с этой ерундой. Все, я его сейчас домой отправляю. Ушел. А, кстати, что с домом-то? Что с домом? Ну, все, новоселье празднуем или ломаем?
Чего кто ломает? Я переехал, все нормально, живу спокойно. Это у нас в администрации идиоты, которые вдруг захотели здесь трассу проложить, понимаешь? Так вот ты что, порешать что ли не можешь? Ерофеич, а? Слушайте, я уже все порешал. Я уже у местного алкаша купил дом. Губернатор, он все занес. Ну, все. Ну, теперь трасса не вот здесь пойдет, а вот так изгибом через дом этого алкаша. И все. Вот я что, 11 лет зря, что ли, это строил? Ну, вот этими своими собственными руками. Своими гастарбайтерскими руками. Вот вы ржете, а между прочим, вот здесь под домом было змеиное гнездо. Я этих тварей чем только не травил. Не уползают и все. А потом в итоге как что-то взбесился, как взял огнемет, как дал и все к чертовой матери выжег. Но один гаденыш все-таки уполз. Уполз, зараза! Я читал про змей. У них память очень четкая. Вот этот гаденыш, который уполз, он потом вернется, тебя запомнит, злобу на тебя затаит, и когда ты расслабишься, ты расслабишься. Да ладно тебе. Да, и потеряешь бдительность. Он тебя... Идиот, что ли? Ты придурок, что ли? Ладно, все, хватит. Гениальная идея была Бижон праздновать 9 мая. Что вы говорите? Женечка! Да? Женечка, а у вас гранаты какой системы? РГД-5. Тебя спрашивают. Женечка! А вам какой нужно своих детей, Женя? Чего ты? Дрожишь-то? Боишься, что ли, меня? Ну, бойся, я ж добрая. Свинюшка тоже боялся. Мы ж сейчас раз, и все. Так-с. Ну, куда ты побежала, а? Куда ты без башки-то побежала? Не люблю, когда от меня бегают. Свинюшка вот никуда не бегала. Ты где, брат? Как где? Тебе лестницу убирают. Вот смотри. Есть вот такая 2 метра за 2 косаря. Но тут упаковка какая-то порванная. Походу бэушная, я бы не брал ее, честно говоря. Есть вот такая. Маленькая, надежная. Короче, она... И практичная, и упаковка праздничная, блин, по карману тоже не бьет, вот ее возьмем. Что? Что ты несешь? Какая лестница? Как какая лестница? Ты же сказал, она лестницу убрала, не могу слезть. Сказал же? Едь быстрее, братуха, ну, едь быстрее, нажми на газ, тебя, ну. Тебя, как я вытащу? Ты же сказал, она лестницу убрала. Едь быстрее, нож возьми с собой по-братски. Подожди, нож тоже, брат? Мага! Слушай, я тебя жду, давай приезжай. Слышишь, спеши, я тебя жду. Брат тупой, а? Лестницу брать или не брать? Мага! Проснулся? Да, проснулся. А я тебе супчик из курицы варю. Через час уже будет. А мы с тобой пока подождем. А, Ир, а может погуляем, а? Ну, давай. Хотя, может, лучше подождем? Может... Можно прогуляемся по-братски? Ну ладно. Мы снадим. Калинка. Калинка. Малинка, малинка. Калинка, малинка, калинка моя. Калинка, малинка, это прошлый век. Ну ж вы думаете, мы не развиваемся, что ли, тут ничего? У нас уже другие песни. Вот Стас Михайлов, между прочим. Я тебя как увидела. Ты в белой этой рубашке, она еще расстегнутой, пуговички. Думала, это Стас Михайлов, мне чуть сердце не остановилось. Люба, откуда вот он знает? Кого знает? Стаса Михайлова не знает. Ну ты что, вообще больная, что ли? Так, ребят, давайте выпьем за День Победы. Ведь День Победы, вот, подожди, а они как, празднуют или у них это трагедия? Это же, по идее, должна быть трагедия, да? Германия есть Tag der Deutschen Einheit. No problem. А, ну тогда зашибись, тогда что, давайте тогда. А давайте за деду Пашу тоже выпьем, все-таки он, ну, всю войну прошел. Молодец. Деда Паша у нас, ох и дед был. Давайте, он плям... давайте тогда и за моего деда выпьем, Бенедикт Михайловича. Он до Чехословакии у меня дошел. Если б не комиссовали после контузии, может, и до Берлина дошел бы. Так
Дошел бы до Берлина, может быть, и деда бы твоего встретил. А деда твоего встретил, может, и ты здесь бы не сидел. Давайте. Так, Люк, мы сейчас как это... за живые. Выпьем сейчас и поедем. Уже пора. Праздником. Давай. I'm very famous for good speech, you know? Сейчас скажет и поедем. Good speech. Говори. Я хочу сказать, но не знаю, будет в русский. Своего, да? Уселся. Хочет сказать, не знает, как красиво по-русски сказать. Поэтому... Как не говори по-русски, все равно красиво получится. Говори. Мой телефон. Ага. Будет меня übersetzen. Translate my speech, okay? Да, сейчас телефон переведет его. Да? Через дорогу переведет. Сиди уже. Wir Deutschen feiern auch den Tag des Sieges über den Faschismus. Auch für uns bedeutet dieser Krieg Schmerz. Es erfüllt mich mit Stolz, nämlich... Извините, брат. Sorry, извините. Чуть-чуть... Не обращайте внимания, он просто больной. Сергей, он у нас здесь, да. Дурачок. Окей. Окей. Auch für uns bedeutet dieser Krieg Schmerz. Es erfüllt mich mit Stolz, dass mein Großvater die richtige Seite unterstützt hat. Спасибо тебе за праздник. Да заткнись. Мы отмечаем День Победы над фашизмом. И для нас это тоже большая боль. И я чувствую гордость, что мой дедушка поддержал правильную сторону, а именно русских. Вот так. О. Между прочим, его дед русским помогал во время войны. Да ты че? После 45-го все так говорят. Ой, сиди. Наливайте. Сядем побед. Давайте. А давай мы с тобой на брудершафт. Такая традиция. Брудершафт. Именно 9 мая традиция. Давайте за наш День Победы. Святой праздник. Аля, как евро подскочил-то. Прям на глазах, а? Вот, а мама с Лёшкой в квартиру переедут. Лёшка-то мне не родной. Там с отцом такая история неприятная случилась. Ага. Ну, неважно. Давай. Вот. А я все равно в общаге живу. Поэтому решили Ерофееву дом продать. Тихо, тихо. Ну вот, пришли. Ир, а зачем мы сюда пришли-то? Ну как, сюда постоянно парочки приходят. Парочки? Угу. А скоро тут дорогу прорубят. Так что мы с тобой тут последний раз. Да, очень жаль. Очень красивое место тут. Ты только тут это, аккуратней. А то у меня тут один парень бывший шею сломал. Случайно. А ты это, о чем поговорить-то хотел? Да, можно и завтра поговорить. Не обязательно сегодня. Можно потом по телефону с тобой поговорить. Я поняла. Че, поняла? Че, просто хотела от предков сбежать, да? Да, просто сбегать от предков. Иди сюда. Я? Ты. Иди сюда. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой. Алена, я не могу больше wait. Через 15 минут я подарю тебе это кольцо. Я работаю много лет, а это кольцо, это 2 карата. Моя семья романтик. И put это кольцо в твой любимый моцарелла. Берлин моцарелла. Берлин, потом твоя родина. Ангела Меркель сказал, нет моцарелла в России. Хельмут сказал, да, моцарелла в России. Кажется, кто-то ни петь, ни играть не умел. Люди меняются. Я привез чуть-чуть сюрприз. Люди-то меняются. Ты что, люди, что ли? Ой, мне не надо. Штикольц.
Что это такое? Из сосны, говорит, сделано. Да. Штукхольц. Сосна. Спасибо. Нет, вот третий. Ты все расстроил здесь вообще. Вкусная гадость. Блин. Да? Угу, хорошо. Правильное слово все. Гадость. Давай, давай. Я имею чуть-чуть сказать. Все, хватит. Алена. Beautiful woman. Ну! За ней. Духаст! Толя, Духаст! Толя, прекраси, он же все понимает. Толя, кажется, Гельмут хотел что-то сказать. Я тоже хочу сказать, что каждый имеет право на ошибку. И отдельная нация, и человек, если он даже ошибся разок. Два разка. Ну, два разка. Технически-то там даже три разка. Если не Ты четыре. Можешь помолчать, а? А давайте мы вообще не будем об этом говорить. Все, что рядом я, не хочу. Не обращайте все на него хочу, внимания. Все хочу, что вечно. Гельмут, садитесь. Ну, мой парень. Пусть как же мне там. Любовь поет свои песни. Обману, чем мы будем вот это сейчас? Праздник, что ли, фоткитесь? Ради бога, пусть сам развлекается. Дураку весело и отдам. Пожалей. Он сейчас допоет, даже и тогда ты скажешь, хорошо? Поругай. Давайте выпьем. А давайте за любовь. Не бросай. У Леши уже стадия за любовь. Давайте за любовь. Гельмут. Краску я возьму. Давай за любовь. Как за любовь. За любовь. За любовь. Вокруг ты другой любви. Давай, закусывай. Аленка, Ален, можно я твою сожру? Не найдешь. Ты еще в Германии не найдешь. Ты не за все. Да? Это, хозяюшки вкусняшки. Поругай. Вкусно. Только не бросай. Не бросай. Только не бросай. Ты меня за все пожалей. Даже если хочешь, поругай. Только не бросай. Не бросай. Только не бросай. Прилежно то соберу, что из-за тебя я растерял. Опущу глаза, отведу, словно это было не со мной. Ты меня за все пожалей, даже если хочешь, поругай. Только не бросай, только ты это, не, думай, не бросай, не задерживайся. Только не бросай. Ты-то куда? Ты меня за все пожалей. Даже если хочешь, поругай, только не бросай, не бросай, только не бросай. Надо поговорить. Надо поговорить. Слушай, ну ты... Ты такой неугомонный-то, а? Моя супа в тебе. Да я, в принципе, не против, но как ты себе представляешь? Мы сейчас пропадем часа на два, а то и на три. И чё? Думаешь, никто этого не заметит? Давай хотя бы подождем, пусть все уснут. Вы простите меня, но вы сошрат кольцо, моцарелла сошрат, фрест моцарелла, там будет кольцо два карат. Я чё, кольцо слупила, что ли? Я работа, вы сошрат. Слушай, а чё ж ты молчишь, а? Вот это ты пассажир, конечно. А как я так и не заметила даже? Вы когда ходить в клозет, кольцо, вот этот Хельмут, пожалуйста. Да подожди, тут часа два надо, я свой желудок знаю. Блин, а чё ж делать? Слушай, я сейчас чернослива поем. Я когда чернослив ем, ой, как говорится, надевай на пушку сито. Ага. Сито на пушку? Да, ты, короче, знаешь что, ты иди и одних их не бросай, эту Алену-то с Толей, понятно? Давай, давай, иди. Их? Алена и брат? Да какой брат? Это муж ее. Тоже мне. Валенок берлинский. Чё, не видишь, он как лебезит перед ней, песни поет. Она сейчас растает и пойдет на сеновал с ним. А ты к клоунам поедешь себе домой.
Давай, давай, иди, иди. Клоун? Helmut nicht Clown. Я fight. I will fight for Алена. Not fight for Алена, вот и иди, пожалуйста. И по морде ему дай, понятно? Морде? Да. За что? У нас в России для этого причина не нужна. Давай. У нас бабы любят мужиков с характером. Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Вот так его. Ага. Два карата. А если 8 карат? Раздербанило мне там желудок тоже, мне романтик хренов. Дольку не бросай. Толя! Гельмут, что ж ты делаешь-то? Гельмут, ты чё? Русский, сдавайтесь! Русский не сдается! В атаку! В атаку! Пошли, пошли, пошли! Контрнаступление! Давай, давай! Пассивная атака! Илья, Сашир! Я тебя убью, падай! Я тебя убью, падай! Пошли, пошли! Илья, ну чё мы стоим? Алло, да, да. Вы приехали? Не вижу. А вы... вот, я машу. Кого? Ядерные боеголовки! Располагайтесь пока, здесь закуски, ребята, обслужите, пожалуйста. Так, не грустите, мы сейчас... Иван Федорович, чё? Я чё подумал, форма немецкая ещё есть? Ну, допустим. Сейчас переоденем девок в немецкую форму, ну и накажем супостата. Вообще, конечно. Подожди, 9 мая немец должен быть наказан. Вообще, что? Так, девочки, знакомьтесь. Значит, это у нас Виктор Сергеевич. Это просто ляпа. А таек не было. Толя, что ты делаешь-то, а? Толя. Извините. Толечка. Я с Нефиром спасли, Конд. Извините. Дай посмотрю. Ну, в тромпунг поехал. У тебя там кровь. Извините. Гельмут. У меня сказать. Иди отсюда. Уйди, пожалуйста, я тебя прошу. Я тебя прошу, уйди там меня, подожди. Здесь больно вообще. Где? Давай, покажи мне. Здесь этот тромб отскочит. Ну, какой мозг, тромб? Что ты говоришь? Парализует ноги, будете сидеть, понятно? Будете в кровати у меня сидеть, понятно? Всю жизнь будете утку за мной носить с кокошулями. Но ты мне мешаешь, убери руку свою. О, ерунда. Тут даже без швов. Где? Вот здесь больно очень. Где? Покажи мне. Я не вижу, руку убери. Что, притворяешься? Опять прикол твой дебильный. Полжизни мне испортил. Не больно. Сейчас скажу Гельмуту, он тебе второй синяк поставит. Давай, давай. А вот у нас есть Федя Емельяненко. О, вот тот машина, тот, знаешь как? Да. Чего сидите, а? Люб, они что-то подрались. О, в честь чего это? Гельмут, поехали, собирайся, в аэропорт поедем. Поехали? Да, мы опоздаем на рейс, собирайся. Я не могу ехать. Мне тут очень хорошо. Еще 2 часа надо быть. Да пошли вы оба. Я как могу, чё. Аленка, а может, правда, 2-2.5? Там как пойдет, а? Ира. Ирочка. У меня такого в жизни никогда не было. Фух. Давай повторим еще раз, а? Только не так больно. Тебе что, не понравилось? Понравилось. Просто было немного больно. Чуть-чуть. Надо мною тишина, небо полное огня. Свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Ну что реветь-то? Дом жалко. Дом жалко. А весело тут было?
Да, если бы я пошел, знал, что его дом на двушку в городе разменяли, он бы, наверное, перевернулся. Да что вы из меня Гитлера-то делаете, а? Как будто я его хотела продавать. Не хотела. Само как-то продалось. Ой, Лёшка, давайте выпьем за вашего деда. За деда Пашу. Ага, дед Паша. Ой, какой хороший мужик был. А печку, когда нечем было топить. Хоть одну дощечку оторвали от дома. Фиг. А мы, нам деньги показали. А мы скорее продавать. Давайте за деда Пашу. Давайте. Давай, за деда Пашу. Давайте, давайте. С Днем Победы. Давайте. 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 Днем Победы. Да. Со слезами на глазах праздник. А ты не чокаешь, пей, не чокаешь. Не чокаешь, не чокаешь. Не, вот что не говорите, сейчас таких мужиков нету. Че это нет-то? Есть. А где? Где есть? А, ты что ли? Существо бесхребетное. Сиди. Че это я бесхребетное-то? Хребетное я, хребетное. А что ты голос поднимаешь, я не пойму? Хребетное. И че? Сейчас фашисты к нам придут. Че ты будешь защищать нас вот этими культяпками своими? Сиди, камнем. А, я понял. Ну, понял, хорошо. Да, я все, я понял, все понял. Леша, ты что, ты куда? А что ты характер тут показываешь? Леша. Ой, боже мой, какие мы нежные на расправу. Лё. Иди, иди, ради бога. Ты хлопай еще, дед строил, он хлопает. За мной, между прочим, тоже иностранец ухаживал. Понятно? Да. Че, так, в интурист к нему приду. Он эту кассету «Энигму» поставит. Сэм, дива, дива. Ту-ту-ту-ру. Ой, сейчас бы жила как королева. Баку. Эх, Джавид, Джавид. Ба-б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 а-
Ну, туса, огонь, Ерофеевич! Ба-ба! Ба-ба-ба! Сюда, давай, сюда, сюда! Здрасте. Браво, браво! Ерофеевич, звезда героя. Слушайте, ну что, теперь можно и дом посмотреть. Да, а теперь пройдемте, девочки, посмотрим на наш бункер. Виктор Сергеевич. Прошу. Ага. Да. Виктор Сергеевич, можно вас? Девочки, пошли посмотрим бункер Сталина. Девчонки, побежали, 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 побежали быстрее. Здорово. Мы это, дом не будем продавать. Наверное, ну, продавать мы его не будем. Дом. Вот деньги. Люба сказала. Люба сказала? Да. Давай сейчас я свяжусь с ней, все позвоню. Да меня не надо, ну, она не то, чтобы прямо так вот сказала, что вот. Ну, ну мы так вот решили коллегиально. Ты Левиафан посмотрел, что ли? Нет, ну я там и чердак хочу починить. Mm-hmm. Да и вообще. Ну, что вот... ты лепишь-то? А вот дед у меня позавчера тоже приснился, mm-hmm. говорит. Не надо, говорит, дом продавать. Не надо, не надо. То есть ты считаешь, Леша, что вот здесь вот, да, через мой дом, через вот это все пойдет федеральная трасса. И ты думаешь, что я это допущу. Так? Ну, а дед у меня, кстати, тоже здесь похоронен. Я не хочу, чтобы по нему вот машины ездили, тем более немецкие. Леша, Леша, послушай меня внимательно. Ты у меня за десятку месяц, помнишь, месяц чистил камин. А вот здесь вот 2 миллиона, два. Понимаешь? Да. Ну? Ну, давайте только без рук, ладно? Сегодня, ну, не в праздник же. Ну, извините нас, ну, каждый я... ошибиться может. Извините. Подожди, я... подожди, я сказал! Извините. Yeah, 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 y
собирается дарить. Да я думала, но я как-то не готова. Слушай, а ты можешь это до утра потерпеть? О, я вам что, 100 заказов русского радио, что ли, Ален? Вот вы даете. Этому побыстрее, тебе помедленнее. У меня же там такой компот. Вы о желудке моем подумайте-то. Я просто не знаю, что я хочу. Не надо ничего хотеть. Надо помнить о том, что все мужики козлы. Нет, на? Так что выбирай того, у которого шенген. Фрэндшафт. Черт. За фрэндшафт. Пожалуйста, нет, я больше не могу. Геля, фрэндшафт. Дружба. Если дружба, пить до дна. Ну, Гельмут меня точно не обманет. Он очень добрый, симпатичный. Я, наверное, буду с ним. А любовь-то, дочь? А чего любовь? Я думала, он Толя моя любовь. Только от этой любви мне хуже становится. А Гельмут, он обо мне заботится. Как мне понять, люблю я его или нет? Когда помрет, тогда поймешь. А где все? А где Гельмут? Красиво тут, да? Да. Ира, можно я тебе кое-что скажу, что тебе может чуть-чуть не понравиться? Ну, конечно, мы же нормальные люди. Ну да. А ты что, боишься меня? Я? Нет, я не боюсь. Понятно. Тебя. Сплетни про меня наслушался, да? Как я этому гире лицо сожгла? Так это он сам на кастрюлю пьяный упал. Таир, да я знаю, что про тебя наговариваешь, что ты не такая, я знаю все. Ой, ты чего ты их всех слушаешь? У нас вообще злой народ. Ир, в жизни все так быстро меняется. Еще с утра я хотел с тобой расстаться. Расстаться? Ну да, не знал, как сказать тебе об этом. Боялся, что отпинаешь меня. Но сейчас у меня совсем другие мысли. В моей душе нет больше места для тебя. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Все? Прибралась уже? Не, тебя ждала. Угу. Все? Че все? Все? Отдал? Че ты отдал? Деньги Ерофееву за дом обратно отдал. Здесь остаемся. Никуда не едем. Я так решил. В смысле? Ты что, деньги из шифонера достал и Ерофееву отвез, что ли? Да. Че? Че, все, что ли? Ну, а че? Дом твой дед строил. Значит, ты хозяин. А-а-а. Я тут тебе решать. Я-то че? Я не хозяйка здесь. А-а-а. Тот же. Ага. Давай. Наливай, что ли? Ты что, скотина такая, Люба, а? Люба. А ну иди сюда, скотиняга. Тебе кто разрешал деньги трогать? Люба, ты когда... Я тебе при... Вот тебе так идет, когда ты нервничаешь. Ты такая красивая, когда ты нервничаешь. Я тебя прибью,
Люба, ну вы же сами тут с Ирой сидели, разводили, говорили, не хотим никуда отсюда уезжать. Вот тут. Да что ж там к бабам теперь пореветь нельзя, что ли, а? Люба! На, зараза! Люба, мы просто столько лет жили, может, еще проживем. На, зараза! Люба. Где проживем? В пустой деревне! Уже все уехали, одни мы остались. Хочешь, сюда я идти! Езжу обратно, деньги вернусь! Стой! Вот так, вот так, вот так. Кипятись, Люба, не кипятись. Да сиди в своей помойке, сейчас я тебя помою. Люба, а помнишь, мы с тобой в этой машине в город ездили? Сейчас я твою помою. Не надо, не надо, Люба, Люба. Ты куда прешь? Ты что, сеньки залил, не видишь, что ли, а? Витя Сергеевич, я вас не узнала. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Смею вам напомнить, что у каждого праздника есть свой конец, поэтому собираем свои вещи и уходим отсюда, потому что начинается снос. Как я рада видеть вас, а? А я вас не очень рад видеть, потому что это мой дом, и вы здесь больше не живете. Ну, это же с завтрашнего дня мы не живем здесь, а сегодня пока это... Вы что, на Лешку обиделись? Нет. Ну, уж три сотрясения. Ну, что надо было обижаться? Ну, так завтра мы прям коровой слезала, завтра с утра нас уже не будет. Я завтра не могу. Да боже ты. Подожди. У меня дарс. Лёша, чего? Чемпионат по дартсу. Я на областные соревнования записался. Слышишь, ты, животное, с тобой сейчас кто разговаривает? Да, это что такое-то, а? Значит так, сейчас. А вот это зря. Что зря? Я говорю, Лёшку бить можно, но только мне, понял? Да что вы говорите? Люба! Понял, говорю. Чё, Люба? Тихо, чё, ты не понял, что ли? Да тихо сказал! А ты тихо, бабу ты мою не трожь! Да, понял? Вот! Ах, ты падла! Иди сюда, а? А ну иди сюда давай! Помой мне меня! Я тебе сейчас еще... Мы еще пообщаемся с тобой! Зараза такая, а? Помой у меня! Жрать будете! Иди отсюда! Ты посмотри, царь мира он! Че ты стал? Палку убери! Ага. Сейчас, Люк, сейчас! Толя? 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 Где Гельмут? Так это, уехал. Куда уехал? Ладно, давайте. Уехал, там просто удачно получилось, как раз маршрутка подошла до Берлина, прикинь. Полнёхонько, я его еле посадил. Прошу тебя еще это, 200 евро передать, ага. Какие еще 200 евро? Ну, предоплата за Тенерифе, а? Нормально, да? Почему ты просто не можешь уйти? Ты же не хочешь, чтобы я была с тобой. Ты просто хочешь, чтобы он не был со мной. Если я для тебя хоть что-то значила в этой жизни, если ты меня хоть секундочку, хоть минуту любил, просто исчезни из моей жизни, просто уйди. Алена, я хочу тебе пожаловаться. Меня здесь унижат. Я все терплю, потому что люблю тебя. Ich liebe dich. Потому что ты плохо. Scheiße, Russland ist nur Dreck, 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 Dreck. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, на что надеются эти люди.
Уважаемый, а город где? Мы на парад опаздываем. Опаздывали. Я не говорю поплохо в России. Я люблю Россию. Ich liebe Russland. Крымбаш. Эй, тут фашуля. Ком, ком, моя либо. Deutsch? Deutsch, Deutsch. Ich heiße Schleibikus. Ich kann keine Rüssel. Вот не тебе, но не было коня и на плотине. Зачем так долго ел? Зачем не так глядел? О, как же без себя! Ты думаешь, все так просто появляться раз в полгода? Ничего такого. Разве так уже было? Я сейчас обижусь и уйду. Вообще-то тебя тоже полгода нигде не было. Я куда ни прихожу, тебя нигде нет. А я все время куда ни прихожу. Понимаешь? Чего глаз-то красный? Так День Победы. Красный. День Победы. Ура! Салют! А соленый-то что? Кто соленый? Я соленый? Орешков поел, наверное. Толь, я серьезно, соленый что? Ничего соленый, все нормально. Расстались. Что случилось? Я сейчас. Ты извини. Я сейчас. Идиота кусок, говорил мне Джавид. Люба, Джанна моя, поехали в Баку. Нет, нет, я своего выбрала, родного. Сейчас поедем. Вите Сергеевичу, в ножки покланяйся и прощения попросишь. Ничего, ничего. Все хорошо будет. Так. Вот так вот, что ты лезешь? Сама укладывай тогда. Алена, стой, пожалуйста. Да. Я буду говорить по-немецки. Гельмут, я не знаю немецкий. Мой друг меня обязательно. Да не парься, я переведу. Здрасте. У меня мать преподавателем работает. Я почти свободно разговариваю. Давай. Алена, bevor ich dich getroffen habe, war mein Leben kein richtiges Leben. Ну, красиво начал, говорит, глаза там, рот красивый. Du hast mich vor dieser Welt gerettet und mir gezeigt, was Liebe heißt. Продолжай, она пока понимает.
Нормально. Jede Sekunde ohne dich auf diesem Planeten ist eine verschwendete Sekunde. Bitte weiche nie wieder von meiner Seite und begleite mich bis ans Ende unserer Tage. Ну, короче, небо сначала темное было такое, потом разверзлось все, и светло так сразу стало, хорошо. Короче, речь — огонь. Надо брать. Стан моя жена. Я тоже... Стой! Толя, ну ты прекрати! Толя, я тебе что говорю? Мальчики, что вы делаете? Ну, короче, практика показывает, без меня разберетесь. Арти, держи! Слышите, Толя, не надо, вы, мальчики, прекратите, что вы делаете? Только! Чё ж ты, паразит, человеку пиджак спачкал, а? Лёв, ну разними... Так, Лёша, давай разберись, я Керафееву. А Лёша, что? Этот йод там в шкафу на второй полке. Чё, как ты? Ой, Толя, утоп, что ли? Да не, воды наглотался. Чё, как дети мало? Ребят, ну всё, я Керафееву. Хорош! Вижу цель! Всё, Ерофеича, беглым огонь! Поехали! Ай, чуки-пуки! Я нормально, за лампой заехал, да? Это же они что, сели, что ли? Вот скоты такие! Лёшка! Где Лёшка? Лёшка! Он за мной вроде бежал. Я задумался, не в ту сторону побежал. А Гельмут? Давай, вытирай. А Гельмут где? Не с вами, что ли, Гельмут? Удрапал твой немец, как в 45-м. Гельмута нигде нету. Тихо всем. Чего? Сейчас я ему позвоню и извинюсь. Кому собралась? Заткнись, Леша. Давай я поговорю. Да тихо ты. Я слушаю. Алло, Витя Сергеевич. Он самый. То что-то мы заигрались, да? Да. Вы нас извините, пожалуйста, простите, дураков. А что такое? Без денег, без дома не живется, да? Да, попутали мы совсем, связь с реальностью потеряли. Да. А больше вы ничего не потеряли? Придете Шасперя, я немецкий гость России. Давай, давай, штангенцы. Сейчас мы вашего клоуна допустим и решим, что делать. Хельмут, нич клоун! Ну, что говорит? Слушайте, а Хельмут, похоже, у них. Что делать, Толя? А что, все логично, нормально, что? 9 мая, немец в плену у русских, нормально. Может, Кадырова в Инстаграм напишем? Че? Да. А что, он прочитает, он комментарии читает, он там сидит. Лёх, ну чё, пойдём? Куда пойдём? Куда арийца твоего вручать? Русские на войне своих не бросают. Даже если они немцы. Лёх, а где джинсы мои, а? Лёшка! Кастет возьми, я не знаю. Мунчаки!
Ты придурок, зачем ты мне по ноге-то стрелял? А ты что меня сдырил? Да ты, я еле иду, у меня синячина будет огромная. Да, синячина, у меня два синяка. Да я сам, ты подожди, что ты пошел? Ты посмотри, я тебе посмотрел, посмотри, я тебе говорил, аккуратнее надо было просто. Ты кто? Я брату лестницу принес. Пошли. Пошли. С лестницей? Так ту руку возьми, ты мне сейчас волосы спалишь. Блин, капец, так синяк болит. Это что, от шарика, что ли? Ага, очень больно. Офигеть. Вот дебил. И что? У тебя план, что ли, есть? Пусти. Ну, есть у меня план. А какой? Ну, есть. Ага. Давайте я лестницу здесь оставлю. Она, походу, уже не пригодится. Пошлите уже. Вражеское гнездо. Пошли все к дому, потихоньку. Запустите. Давай быстрее. Леша, подождите ж меня. Господи, батюшки, все так светло. Сколько же они за свет платят. Что ты делаешь, что ли? Че? У меня вообще-то жених есть. Меня подсадили. Угу. Нянчу, ну дедо. Давайте подожжем его в дом, забросим. Прикиньте-ка, как обделываются все, а? В смысле, вы чего? Мы вообще-то деду Достапович рассказать. Ребята, я у них тут ружье нашел. Ух ты. Вот это нормальная тема. Вы что, с ума сошли, что ли? Давайте. Не-не, мы лучше в милицию позвоним. На основании показаний очевидцев и потерпевшего установлена группа лиц по предварительному сговору в составе 8 человек проникла на частную территорию гражданина Ерофеева. Рот закрыл, я сказал! Итак, действия преступной группы могли повлечь за собой угрозу жизни и порчу имущества на сумму 30 миллионов рублей, а также уничтожение самого дома стоимостью 40 миллионов рублей. Это кто? Это мы сказали на них, реально? Это не мы, это они сказали! Вы что, действительно не врубаетесь? Вам срок светит реальный.
Здравствуйте, Виктор Сергеевич. Здравствуйте, доктор. Днем рождения у вас. Спасибо. Повезло, конечно, вам. Шанса, чтобы выжить, практически не было. Ну и пососали вовремя. Ну, это всегда хорошо. Позвоните друзьям, они, наверное, переживают за вас до сих пор. А какие друзья? Ну, эти, Люба, Леша, те, которые скорую вызвали для вас. Я скоро приду. Слушай, я вообще не при делах. Я пришел за этим, за светильником, за лампой. Господин уважаемый полицейский, отвечаю за слова, клянусь, я не видел ничего. Ставлю лишь слово пацана, клянусь, я не был там. Может, даже был, я не видел. Клянусь. Отпустите, да, меня? По-братски. Да? Там это, из Москвы звонят на красный телефон. С посольства. Хотят, чтобы мы немца отпустили. Опаньки. Порвали курампопаньки. Что, не больные совсем? Как я немца 9 мая-то отпущу? Ну, там, типа, встреча с Меркель завтра. Да вертел я их встречи вместе со всеми. Ладно, иди, я сейчас. Ну, чё, позвонил, нажаловался? Да. А чё же в 45-м-то не звонили никому, не жаловались? В 45-м? Алло? Алло, привет, это я. А. Слушай, я это... Представляешь, меня змея укусила, я в реанимации сейчас, чуть не умер тут. Лежу сейчас, жизнь свою обдумываю. Ты знаешь, мне кажется, я какой-то фигней всю жизнь занимался. Зай, кис, я вообще сейчас не могу говорить. Ты извини, пожалуйста, у меня обертывание, давай потом, а? Рит, мне, ты слышишь, я в реанимации лежу. Какое обертывание? Шоколадное. Ладно, давай, пока. Пошли с Москвой разговаривать. Это что разговаривать-то? Я им уже все передал. Что ты им передал? Ну, там про Меркель, то, что вертели. Ну, вот как вы сказали, я так и передал. И что? Да ничего, сказали, понятно все. Здравствуйте, товарищ генерал. Гельмут Фишер, кто? Это я. Здравствуйте. Вы свободны. Можете идти домой. Я уходил только вместе с друзьями. Хорошо, идите с друзьями. Эту откройте. Решетку, побыстрее. Так мы как бы можем в этот, ну, тоже? Да-да, конечно, мы тоже. Давай, давай. Идите, идите, смелее, смелее. Что, реально? Мы уже идти, что ли? Да. Иди уже. Вот. Спасибо большое. Я должен перед вами извиниться за это недоразумение. Мои коллеги просили лично убедиться, что у вас все хорошо. Поэтому, если что, звоните. Мы поможем. Спасибо. Еще раз извините и с праздником. Я имею в виду, хорошего вечера вам. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Спасибо. Праздником. Праздником. Мне с Москвы позвонили. Рассказывайте, кого вы там и на чем вертели. Ты что льешь? Вода с майонезиком. С ней кортик такая ровная-ровная получается. Мягенькая. Ты давай сама в корочку не превратись. Расходимся! О-о-о!
Первая партия. Мясо. 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 Очень хорошо. Мясо. Мясо любишь, да? Ну и денек сегодня получился, да? Говори. Читай. Салют был? Войнушка была? И немец нас 9 мая спас. Да, и немец нас 9 мая спас. Короче, за праздник. За День Победы. Люба. Люб. Здравствуйте. Чё припёрся? Ну так, чё-то... Ну как-то зашёл по-соседски. По-соседски? Чуть на 7 лет нас в тюрьму не засадил, по-соседски он пришёл. Но я же заявление-то из милиции забрал. Ничего мне теперь. Снимать штаны и бегать. Чеши давай. Ну что ты, ну... Так, ты чё в каждой дырке затычка? Стой, молчи. Слушай, ну что, ну по-мирному зашел, пусть зайдет. Ну куда ему идти? Ну, у него дом сгорел, ему идти некуда. Ну праздник сегодня, Люб. Вот именно, праздник. Давайте праздновать, а? Давайте. Давайте праздновать, конечно. Хорошо, когда дом свой есть. Под крышей вот так всей семьей собираться и праздновать. С Днем Победы! Вас. Ерофеич! Что? Куда пошел? Давай иди, раз припёрся. Праздник же человек. Ерофеич, я еще утром, говорю, что тоже. Все вместе за столом сидеть вечером будем. Каждый год одно и то же, прикинь. Ага. Традиция это уже прям. А вы вот как чувствовали? Заехали в магазинчик. Вы что, к нам переехали, что ли? Что тут это? Ого! Гляньте! Бля, вот это ананасина, а? Как раз в размер с моей гематомой на ляхе, когда ты пульками в нас стрелял, а? А вы мне дом сожгли. Слушай, а кто на вертолете прилетел и первый все начал? Ну а сто просил-то? Да мы-то что, в чем виноваты? Дитя мне изрешечил всего. И в Лешку. Реально, ну подожди, подождите. Ну я ж к вам по-человечески пришел. Ну давайте это забудем. Ну я ж вас простил. Ну и вы меня простите. Ну. За миру! Чего? За миру! За миру! За миру! За миру, миру, давайте! За миру, миру, миру! Где ты его взял, а? Ты меня, Витя Сергеевич, прости, пожалуйста. Тоже набросилась со своей этой гематомой. Гематома что? Гематома, что она заживет, а вот дом не заживет. Ничего страшного. Я страховку оформил, там нормально получится. Так ты что, еще и в плюсе, что ли? Ну да. Прикинь, человек дом сожгли, а он еще и в плюсе. Кем мэром надо быть, Ерофеич? Вот ты, Ерофеев, жук, конечно. Жучара. Еля, Еля, походу кольцо пошло. Чай. Давай, налей. Лёшка! А! Два ведра с кипятком! Быстро за мной! Ну вы давайте! Ну что? Давайте, я сейчас, сейчас с ней разберусь. Люба! Чё такое? На. Люба! Мы, наверное, тоже это пойдем спать. Да? Да, да. Пора накапать. Вот любовь, да? Интересная штука. Ну, так, ну салатик. За любовь тогда. Пойду это, вторую партию поставлю. Я сейчас приду, хорошо? А мы с тобой давай спиртик бахнем. Спирт чистый. Ты что тут сидишь один? Да ничего, жду, когда эти угли прогорят. А. Вторую партию. Ну, отлично. Мяско. Эй, алло, эй. Ты из Германии, да? Да, Берлин. Берлин. Завтра или послезавтра я в гости приду. К вам жить. Вы мне деньги дайте. Не понимаю. Как не понимаю? Не понимаю. Мне деньги дай. Деньги? Да. Ойро. Доллар, евро. Вот араба даете, мне не даете? Деньги дашь ему. Ну, кстати, нормально, может.
тебе реально с ним хорошо будет? Мне с тобой тоже было хорошо. Так оставайся. Оставайся, чё? Квартиры-то у меня нет, конечно. У меня в однушке на челюсть концов перекантуемся как-нибудь. Съемной. Я еще хочу газель в ипотеку купить. Представляешь, буду норвежский лосось через Белоруссию гонять. Меня посадят, а потом я выйду, сопьюсь, а потом с сигаретой в кровати засну. И всю хату спалю. Какой толь. Ну, что хватит-то? Ну, не так, но... Ну, примерно так что-то будет. Да не думай ты ни о чем вообще. Езжай с Богом. Ты что, ревешь, что ли? Ну, хорош, ну, пожалуйста. Ну, сегодня весь день уже не наревела, что ли? Я сейчас давай тоже буду реветь. Ну, хорош. Все же нормально? Нормально. Фашист чертов! Два карата! Ну все, давайте, по коням, как говорится. Давайте, а то опоздайте, не дай бог. Не переживай, все хорошо. Ой, давай, Аленушка, я тебя очень прошу, когда едете, напиши мне, ладно? Да, спасибо тебе. Ой, Еля, ну, давай. Ты не переживай, терпится, слюбится. Звонина. Все будет хорошо. Так. Ну что? До свидания. Подруга, давай. Берлин? Давай. Не обижаешься? Да. Нормально. Сам виноват. Сейчас я тебе кое-что... О! На память. Моя лампа. Наша лампа. Теперь моя. Ну что, друзья, мы с тобой? Позвоните. Давай, друзья. Пишите. Ну все, долгие проводы, лишние слезы, да. Сори. Все, всем давай пока. Давай едь уже. Давайте. Спасибо большое. Давайте, давайте. С Богом, давайте. Позвони, алло. Хорошо. Давай. Вчерашний день был лишним, точно. Ну чё? Я не хотела вещи тебя пошли разбирать. Больше. По коробкам всё. Я не хотела тебя видеть в таком виде. А то я не знаю, что всё по коробкам. Тебе всё можно. Вот он мне прямо в Америку ты сейчас меня открыл. По всё, что он говорит по коробкам. Я по-английски я не знаю. Уйду, чтобы не ранить Ирка. Тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только как непонятно. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только так непонятно. Такси туда и обратно, я знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только так непонятно. Ну, раз вопросов нет, все, я отчет пошел тогда. Сидеть! Дом ты поджег? Я ничего говорить не буду. А можно мне бутерброд? Че?
Ну, мы их, короче, догнали, когда они побежали. Ну, так, кого попинали, кого прикладом приложили. Ну, а что их жалеть? Там были-то одни шмары да папики. Ну, ты что, реально в тюрьму меня посадишь, что ли, а? Ой, как все быстро, конечно, забывается, Славочка. А какие ты мне песни в 9 классе пела? Люб, ну ты че? Че, Люб? А целовались? Люба, Люб, а? Люб, Люба, хватит. Люб, у меня заявление от Ерофеева. Я свои права знаю. Я без адвоката ничего говорить не буду. Слышь ты, скотина. Чего? Че ты несешь, а? Чего? Че ты, ты че? Чего? Ты че несешь? Чего? Чего ты несешь? Чего ты несешь? Я все расскажу. Ай, вот этот вопрос интересовал всегда. А если я вот здесь заявление напишу на человека в Махачкале, он сработает? У вас синхронизация есть там с полицией, с нашей? Ты тупой. Ну, это навряд ли. Слав, я, по-моему, дверь дома не закрыла. Можно я быстро разбегаю и закрою, а? Это Сидоренко во всем виноват. Какой Сидоренко? Который паленкой торгует. Взял всего 2 стопарика на пробу, и вот я уже на допросе нормально. У меня вообще такое ощущение, что его кто-то из ваших крышует. Ты что, бухой, что ли, а? Бухой до сих пор. Слав, Ирка, дочка, так на тебя моя похожа. А бутер есть еще? Бутербродов больше нет. Ну тогда я вам больше ничего не скажу. Че думаешь, я тут шутки шучу? А Ерофеева мы вообще не трогали. Он за пожарным шлангом побежал и пропал. Может, это просто от лени. Все мы самым разным.
закуски, сочиняют новые сказки. Ну кому нужны эти сгустки краски странной барматушной закваски? Привет, меня зовут Хельмут. Я прилетел в Самара. Выбирать себе невесту русский трамфрау. Сегодня суперпарти в России, которого нет нигде. День десантника. Твой брат Антон пригласит меня праздновать в парк, посмотреть фонтан.